жителей дома 44 по проспекту Шинников настоящий праздник. В их дворе завершился капитальный ремонт дорог. Этого события нижнекамцы ждали больше всего. Говорят, теперь при езде машины не трясутся, а каблуки не ломаются. Здесь можно спокойно кататься на скейтборде, велосипеде и падать не так больно на ровный асфальт. Приехали сюда в марте месяце, да, но когда переехали, мы были просто в восторге. Единственное, что нам не нравилось, это дороги. Сейчас, когда есть дороги, да, действительно, здесь есть все для молодой семьи. Особенно нам понравились то, что детских площадок много, конечно, потому что в первую очередь думаешь о ребенке. Гремзян Салахов проживает в этом дворе почти 40 лет. Говорит, за все это время капитально дороги ни разу не ремонтировались. Сейчас территория полностью благоустроена. Новый асфальт, яркая детская площадка и красивые скамейки. Пенсионер признается, домой заходить теперь точно не хочется. Ой, ужасно было. Даже такси не заезжали, невозможно было. Сейчас прелесть, прямо радость. Разделить радость событий вместе с горожанами приехал и глава города Айдар Метшин. Градоначальник оценил качество проделанной работы, а также сделал селфи со многими жителями. В рамках капремонта во дворах Шинников 44, 46 и 56 также были построены новые парковочные места, отремонтированы приподъездные площадки и тротуары. Самым активным жителям и сотрудникам местной управляющей компании вручили заслуженные награды. Я 2 года тому назад все клумбы обрабатывала, все цветы с огорода стаскала. Но их, к сожалению, уже все увели. Вот чем могла, помогала. Всего в этом году в Нижнекамске будут капитально отремонтированы свыше 100 дворов. Сейчас ремонт идет уже в 50. Как говорят специалисты, гарантия на дорожное покрытие составляет 5 лет. Регина Шигапова, Максим Галимзянов. Новости Татарстана. 25 лет в эфире. С вами и для вас.